Ну вот, парник один оббил чуть раньше. Уже высажена рассада. Вот такая вот какая-то штука. Чтоб прямых солнечных лучей не было. Здесь тоже. Здесь нет. А здесь вот, от солнца. Низ сейчас еще пробиваю. Вот, рейками придавливаю, чтобы не рвало. И этот торец тоже зашью. Ну и соответственно третий парничок. Они у меня небольшие. 6 на 3. 3 парника, 6 на 3. И в полный рост. На вытянутую руку. Как-то так. Речки нарезал. Мужики, всем привет! Ну что, давайте в этом видосе отойдем от темы железяк и покажу, какой станочек, я не знаю, как его назвать правильно, циркулярка, да, для распиловочной, я без понятия, как они правильно называются. В общем, для того, чтобы дядю никакого не просить, нарежь мне там штапиков нужного размера. В общем, сделал себе из обычной торцовки, ну как обычной, 210 диск, 24 зуба. Не переживайте, мужики, я ее отключил, поэтому вот так вот смело и берусь. Значит, торцовка, ну я покажу, это, наверное, самая большая, что я нашел. Она в стоке, будем так говорить, да, в ручном режиме берет 75-ку. Вот, ну, с учетом того, что я прикрутил вот на старый какой-то квадратный такой стол был. Она как раз таки там толщина захавала сколько-то. Короче, 50-ку берет спокойно. Короче, распускаю вот такие обрезки для того, чтобы парник внутри оббить. 1,5 на 1,5 поставил. Обычное правило пристегнул. Вот как все устроено. Опилки собираются в кастрюлю. Вот уже в мешке тут насобирались. Раз высыпал. Я вчера работал, сегодня. Там еще он лежат. Сейчас нарежу, чтобы его потом убрать. Давайте распущу. И посмотрим снизу, как я все это дело просто сделал. Здесь у меня включатель-выключатель. Для удобства, дабы не бегать с вилкой в розетку. Вот, как-то так. Станина, это с моего отрезного станка, который, ну, по металлу, вы поняли. Просто он снимается, убирается, ставится сверху. Давайте пилянем, что ли. Ну вот, друзья, доска распущена 1,5 на 1,5. Вот, как-то так.
А вот и тракторишка. Трудится тракторишка. Вот такие дела. Очень, очень помогает. Так, ну отвлеклись немножко. Все, в общем, давайте сейчас доски скину, переверну и посмотрим, что там как снизу у меня. Так, ну а снизу у меня все очень просто. Вот такой вот конус, скрученный из, я не знаю, тут миллиметра на 4 фанерка. Вот так примитивненько. Сделаны вырезы под торцовочку, так, чтобы винты не мешались. Кусок старого и мешковины какой-то степлером прибитый. Вот, и все опилки, большая часть собирается в кастрюлю. Ну, конечно, что-то вылетает. Здесь это и было вварено давным-давно. Вот так ставится сверху стол. Все, работаю с деревом. Убирается. Это убирается, ставлю отрезной и работаю с металлом. Очень удобно. Итак, торцовка у меня вот такая. Не знаю, видно, не видно. Я думаю, видно. Я ее взял пресс-шайбами. Очень много. Прикрутил. И все, выставил на самый низ. Здесь зажал полосой цинка, просто чтобы двигатель не опускался вниз. Все, ну, перед этим 90 там выставил как надо. Здесь, в общем, отлично. Дальше провод от нее. Здесь у нее фиксатор такой специальный, можно было и пластиковым, и стяжкой зажать кнопку. Главное, чтобы кнопку зажать. И второй провод, мужики, вот он, который идет на включатель. То есть мы ее сюда включаем. Здесь, понятное дело, да, провод этот соцельный. Один идет соцельный и выходит край сюда. Другой провод, да, жила провода, идет сюда на розетку. Вот. Мы ее разрезаем, одну жилу, на одну розетку и на другую сторону розетки прикручиваю. А выключатель, соответственно, два конца. То есть выключатель прерывает цепь вот этого провода. Я не знаю, как это объяснить. Я думаю, кто в теме, тот поймет, как все просто сделать, дабы не бегать каждый раз с розеточкой. А кнопка то все-таки там снизу. Вот, сделал вот такую штуку, то есть никаких проблем включить выключить как-то так. Все очень, мужики, просто. В принципе, напилил уже, хватит мне оббить внутри парник от вот этой белой тканью, которая вот от жары. Можно вот это убрать, а это занести обратно в мастерскую и поставить отрезной. Как-то так. Такой короткий видосик. Я не знаю, может, кому-то пригодится насчет вот этих вещей. Очень удобно. Очень удобно. Вот такие дела. Ладно, с вами был Санек. Итак, много наболтал. Всем пока. Еще увидимся. Ну вот и все. Станину освободил. Можно теперь ставить отрезной по металлу. Все на месте. Можно работать дальше.